Bueno, ti. Serious. Интересно, так лучше будет слышно. Не уверен, что он переключился на внутренний, на... А, вот появился микрофон. Блютусный. Так. Сейчас запустим еще эти ссылочки на Facebook. Пам. Facebook. Хорошо. Два вьювера пока что. То есть один из них я сам.
Ну как, с петличкой лучше? Нет? Ну ладно, плевать, поехали. Что-то я уже слишком много времени потратил на то, чтобы это настроить. В Discord писать пока не буду ничего. Так выглядит тот LispWorks, для которого мы пишем расширение, но документацию я буду писать в Emacs, потому что пока так удобнее. Микрофон вот здесь. Значит, поехали. Вот это оригинальная документация, которую я переписываю. Так вот она выглядит. Человек, похоже, ее писал прямо, ну, делал HTML руками создавал. Дело это было давно, наверное, лет 10 назад. Эта библиотека писала. Сейчас я пытаюсь немножечко обновить, модернизировать, чтобы у него был вот такой вид и были кросс-ссылки. И не надо было это все дело вручную поддерживать. Вот. И документация при этом у меня переезжает прямо в код. Выглядит она вот так. Например, вот этот раздел про автокомплит. Вот этот раздел про автокомплит. Он в коде написан прямо вот такая секция. В коде дальше идет текст. И в конце ссылки на переменные или команды редактора, которые упоминаются в этой главе. Вот. Пока что я только ну, там, первоначальные несколько разделов и вот эту главу про автокомплит переделал в такой вид. А сейчас надо будет остальные разделчики точно так же перенести. Начнем вот с этого information about arguments of function. Я хочу его поместить, эту кусочек документации, рядом с той командой, которая здесь описана. Давайте сначала найдем. А, это команда. Странно, почему-то она не находится. Insert space. Она. Почему она не находится? Show arg list insert space and show. Почему-то не находится грепом. Очень странно. Ладно. Ага. Значит, вставляем сюда раздел. Который назовем. Как мы его назовем? Arguments of function. Args of function. И с таким вот заголовок скопируем прямо. HTML. А дальше я сюда копирну прямо этот текст, потому что вылавливать ссылки, да, в HTML он выглядит примерно так. HTML он выглядит вот так. То есть тут вручную размечено, что какая-то часть должна быть с подсветкой кодом. Есть ссылка. Вот это вот. Все это, конечно, мы сейчас в коде писать не будем, поэтому я просто возьму этот кусок текста. Сюда его добавлю. К сожалению, надо из кавычки скепить. Упс. Так. А, да. Эту команду мы вот так оформим. Ну, тут на самом деле докстринг этот в формате Markdown мы пишем, поэтому
Можно использовать обратные кавычки для того, чтобы куски кода добавить форматирование как код. Для переменных, которые большими буквами написаны, система документации сама поймет, что это какая-то переменная часть кода, на которую надо сослаться, вот, и добавит все необходимое оформление. Например, для этого show doc string when showing arg list все произойдет автоматически. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Вот, все, теперь раздел у нас готов. А, нет, еще не готов. Надо вот эту вот команду дополнительно сюда вынести, чтобы появилось ее описание. Вот когда я напишу вот так. Система документации будет знать, что сюда надо вставить описание команды. Вот это вот описание будет вставлено в документацию в раздел Information about the arguments of function. Все. Теперь мы это заевалили. А, и нам нужно сослаться на эту секцию из основной документации. Вот у меня есть раздел с документацией. Нет, это не та документация. Сейчас. Док. Вот он, док. И вот здесь вот нужно сослаться на раздел args of function. Вот, у нас как бы два раздела. Теперь simple completion и args of function. Все, мы это заевалили. Сейчас я переключусь на нужный репл. Собираем доку. Ждем. Что-то долго дока собирается. Сейчас мы это поправим. Каждый раз, когда я вот запускаю функцию, он docs builder библиотеку загружает. Я не хочу, чтобы это происходило каждый раз. Сейчас мы это сделаем. Смотрите. Переходим на определение функции. Build docs. И мы docs builder будем звать только если нет такого пакета. Если пакета нет, мы его загрузим. Вот так. Запускаем снова. Что-то он все равно долго делает, но уже не загружает Docs Builder. А, вот все собралось. Просто подтупливает немножечко слай, когда Emacs отправляет команду в Lisp. На самом деле, когда я делаю вот здесь какую-то команду, вот она иногда подтупливает, она отправляет в Lisp вот сюда. Я бы мог здесь такую команду вводить. Тут она мгновенно отвечает. А при отправке из Emacs иногда почему-то тупит. Я не разбирался пока почему. Так, что же получилось? Интересно же, да? Интересно. Бам, появился новый раздел. А есть описание команды, на которую я сослался. А вот эта вот переменная просто в виде кода. На самом деле она должна быть ссылкой. А почему? Потому что мы ее забыли. Вот сюда надо рядом с командой сослаться еще на переменную. Сейчас это сделаем быстренько. Надо сослаться на переменную. Возьмем ее вот так, бам. И сошлемся на нее. Это значит variable должен быть. Вот так вот. Все пересмотрим. Надо пересобрать доку. Опять. Пересобираем доку. Что же тупит-то так, а? Пожалуй, я буду запускать это. Прям в Lisp.Works буду запускать. Там не должно тупить. Во. Тут все быстро отрабатывает.
посмотрим, что получилось. Вот, все, теперь этот раздел содержит информацию и о команде, и о переменной, которая ее настраивает. И сам тот текст, который мы написали, вот он ссылается на эту переменную, команду. И можно из других разделов точно так же на эти переменные функции ссылаться. Ссылки будут автоматически. Только вот здесь вот, вот в этой вот описании переменной, вот это вот надо поправить тоже, сделать кодом, и тогда появится ссылка автоматическая. Идем, значит, сюда. И вот это вот заменим просто на обратные кавычки. Сейчас проверим, получится или нет. Поддержку ссылок на команды ListWorks я добавлял сюда в систему документации отдельно, как бы расширял ее, чтобы можно было вот так вот в таком виде команды редактора в документацию вставлять. Ну все, собираем. Смотрим, что же у нас сбрасывается. Да, вот все, теперь эта ссылочка. Она, правда, ведет сюда же, прям рядом. Но иногда, когда ты ссылаешься на какие-то другие части доки, она будет проматываться. Типа вот так вот. Бам, и показывает там команду, функцию или настройку. Так. Надо, пожалуй, закинуть ссылку на трансляцию в Discord. Это сделаю. Где мой Discord? А вот он. Лайвстрим канал. Закинул. Ну, не факт, что там кто-то присоединится. Народ не очень активный. Возможно, когда-нибудь я буду набирать миллионы просмотров, но это не точно. А пока что продолжим. Следующий раздел, который мы будем таким образом переносить, это A Proposed Dialog. Тут есть картинка. Интересно, картинка. А, вот такая. Хорошо бы эту картинку в доку вставить. Правда, пока нет способа в документацию вставлять картинки. Придется что-то придумывать с этим, наверное. Меню. Эта команда привязана к меню в ListWorks. А ну-ка, давай попробуем, как это работает. То есть мы идем в Tools. Tools. Где Tools? Tools. Apropos. Вот она, кстати, эта дополнительная команда, которая расширение установила. Она почему-то даже без иконки. Да, ну-ка сравним, как это выглядит на картинке. В оригинальной доке. Не, похоже, да. Ничего не находит. Почему она ничего не находит? А, он не ищет пэкэджа Fly, а не во всех. Действительно, ищет, короче, по всем объектам внутри Lisp'а. Тут показан пакет, тип объекта, там функция или макрос. Можно, например, взять и посмотреть все переменные, которые содержат вот generate.
прикольно, вот эта вот полезная штука. Обычно я пользуюсь в Emacs просто автокомплитом, который в слайде есть встроенный. Я могу, например, пойти вот сюда, в репл сказать generate, нажать Ctab, и он выдает тоже как бы список по... Причем в фазе search работает иногда, он не обязательно, чтобы эти буквы шли по порядку. Не всегда это удобно смотреть. В правой части обычно. В правой части он должен писать. Сейчас. Он пишет вот здесь вот так вот тоже. FN, класс. FN это функция, класс. А это то, насколько название этой переменной или функции смачилось с тем, что я ввел и пытался дополнить. Автокомплит все же, да, это не совсем то. Получается, что этот apropos диалог, я им обычно в LispWorks не пользуюсь. Вообще интерфейсом LispWorks пользуюсь только для того, чтобы по шагам код проходить. Пока что. Потому что редактор в нем не такой удобный, как Emacs. Но надеюсь, что когда расширение появится, возможность публикации расширений, люди понапишут к нему расширение, поделятся ими, и будет более юзабельный редактор кода. Вот. А пока, значит, добавляем раздел. Какой там раздел-то был? Apropos диалог. Куда его воткнуть? Кстати, а тут есть ссылка про то, что символ браузер есть. Ну-ка давай сравним символ браузер и apropos диалог из LV-Addons. Так, символ браузер. Это стандартный. Это не стандартный. Сейчас я их разложу. Куда-то все убежало. Так, справа стандартный диалог для поиска символов. Слева нестандартный. Прям введем тут тоже generate. Интересно. Вот так это выглядит. Но стандартный мне нравится меньше. Он не пишет тип символа, например. Но, правда, тут есть описание. Вот эти разделчики с описанием прикольные. Symbols Match Engineering. Пакет это тоже можно. А, тут есть выбор между прям... Например, можно поискать только классы, макросы. Макросы нельзя почему-то. Зато можно кейворды выбрать. Это побогаче. Внутренние и внешние символы можно искать. Такого в LispWorks Extensions тоже нету. А, нет, есть. Вот галочка насчет внешних символов. Выбрать какие-то пакеты. Тоже можно в символ браузере. Ну, в принципе, не знаю, этот apropos диалог хорош только тем, что его можно вручную улучшать и в виде библиотеки это расширение кто угодно может поставить. То есть можно здесь накрутить еще больше логики и добавить эти окна, например, с описанием и документацией. Все что угодно можно сделать. Ладно, пусть будет. Значит, стоп. Блин, я закрыл. Хотел сделать картинку для доки со сравнением. Ну ладно. Пока перенесем документацию как есть. Возьмем. Найдем, где команда. Apropos.
Есть файлик apropos. И мы сюда, наверное, добавим доку. Наверху сделаю раздел документации. Вот так вот. Apropos dialog. Назовем ее. И title. Описание сюда тиснем. Да, ссылочку придется, ну, вот этот similar tool придется в markdown style сюда добавить. Propose команда. Это интересно, она прям просто находит интерфейс, описанный в том, в другом файле. И видим этот find интерфейс, его показывает. Интересно, как это. Давайте посмотрим доку. Нет доки по этой функции. Есть. Нету. Ну ладно. Значит, это должно быть просто таким кодом. Это тоже сделаем кодом. Так, а тут написано, что он Ctrl-C, Ctrl-A. Забежу, проверю, есть такая настройка. О. Да. Показывается диалог сразу с той командой, которую я ввел. Это прикольно. Значит, шоткатик у меня Ctrl-C, Ctrl-A. Еще раз. Right clicking. А, ну да, это вот он тут показывает разные возможные действия. А, стоп, так это символ браузер выскакивает. Это не propose, который я сейчас документирую. Это выскакивает стандартный. Ладно, добавим этот раздел документации в список доков. Так, сначала нужно вот эту команду у него. Как-то так. Добавляем этот раздел нашу главу с обзором возможностей расширения. Так, добавим. Теперь компилируем это все дело. И посмотрим, что получилось. Странно, что мне ворнингов не выдает.
Вот оно, пропост диалог. Сюда, пожалуй, стоит добавить, что символ браузер тоже забижен на Ctrl-C, Ctrl-A команду. Как сюда картинку вставить, а? Хочу картинку вставить прямо. Без картинок документация скучна. Посмотрим тут документацию по... Это документация по системе документации. Image. Ничего тут нет про вставку имиджев. Расширение, что писать придется. Даже не знаю. Так, ладно. Попробуем пока вставить ее, эту картинку, как положено в Markdown. Где там она? Док. А пропуск PNG. Ну-ка, пропуск. Вот так вот. Теперь соберем заново. Так-то оно, скорее всего, покажется. Но при публикации на сайте наверняка будут проблемы. Так, картинка же вот здесь должна быть. Вот тут. Ее нету почему-то. Почему ее нету? Посмотрим. Ссылка есть, а доки нет. А, потому что оно относительно... Путь относительный. А в папку build он не копируется. Нужно... Нужно что-то с этим делать. Наверное, проще всего сделать, поправить пока сборочный скрипт. Вот. Картинку саму перенести. Ее в докс. Это тоже принесем в докс. Вот, а сборочный скрипт поправим так, чтобы он переносил все вот эти файлики тоже в докс после сборки. Значит, надо запустить сборку. Она вернет путь. И все, что в этом пути есть, нам нужно скопировать docs. Loop for dig. Ну-ка. Monitor. Допустим, так. Не удаляет ничего. Путь неправильный. Да, пути такого нету. Можно сделать так. SDF. System Relative. Это отдаст путь относительно нашей системы. Так. Что? Наверное, я напортачил с порядком аргументов. Бам, поменяем их местами.
Да что ж, все сломалось. Ладно, новая консолька. Не страшно. А, вот в чем дело. Вот, файлики выдаются. Теперь, значит, можно взять и директорий пас. Надо как-то смувить их. Как перенести их? Не знаю, в Александрии, наверное, пока что-нибудь для этого есть. Или так. Оп. Не понял, как перенести файл. Remove. Для работы с файлами в Lisp, конечно, API-шка очень странная. Таких простых вещей не хватает. Порой. Поэтому они в разных библиотеках реализованы. Волк. Копи файл. Почему нельзя мув сделать? From to override. Окей. Файл. Нам нужно взять и сделать, смешать, короче. Pass name. Вот этот. Still. System relative pass name. Я просто в docs переношу. Получится. Ну давай, не тупи. Так. Почему-то оно не хочет. Так, ну-ка, если взять pass name. Name, host, pass root. Могу, по идее, директорию просто заменить. Могу это сделать, интересно. Свет.
заменить в одном, пытаюсь заменить в одном в пути. А, постоянно в директории не получается. Ну, и работать с путями. Вот он путь. Он состоит из директории, имени, типа, тройным полный. Как мне сделать из него новый? Смотрим доку. Что тут есть еще? Постные можно сделать. Ну, давай сделаем make. Make pass. Возьмем отсюда. Что там еще там? Type. А директорию возьмем ее из вот этого пути относительно системы. О, вам получилось то, что надо. Теперь это просто скопируем и Target pass, target name. Вот файл. Кстати. Можно вот от этого LED избавиться. И вот так вот с помощью vis. VisPass. Все эти перемены, которые с помощью vis, они будут определены до цикла. Посчитывать до цикла. Так, как-то warning вылез. Target file name, bound. А, я не использовал вот этот target file name. File. Target file name. Чтобы было консистентно. Вот. Все, теперь. А и заодно можно, кстати, удалить build директорию после этого. Remove. Делит директории. О, мы это напишем в файнале. Есть блок файнале. Файнале, когда все скопировали, значит, можно взять и грохнуть target dir. А, стоп. Нет, target dir нельзя грохать. Target dir грохать. Нельзя. Пас можно грохнуть. Вот так. Так уж назвать его build pass. Вот так.
Пас. Ну, понятнее. Что ж, запустим теперь сборку. Она должна нам все файлики поместить в директорию docs. Так, кстати, будет проще их потом захостить на GitHub. Давай, собирайся. Да, что-то долго. Чем так долго? А, наверное, ошибка какая-то вылетела. И ошибка при этом попадает почему-то в Emacs. Директория not empty. А, оно копирует файлы. Точно, оно копирует, но не удаляет. Оно копирует, но не удаляет. Удаление файла. Ну, что тут можно сказать, delete директории. Delete. Здесь delete файл. Delete файл. Delete директорию. Откуда тогда? Интересно. Это что, нестандартная какая-то функция? Делит директории, это походу нестандартная функция Lisporks. Ну и ладненько. Эта библиотека все равно только под Lisporks работает. Значит, после копирования файла нам нужно его еще и удалить. Делит файл. Файл. Вот так. Все, запустим. Заново. Проверим, что... Ах ты ж. Already exist. Вот я, кстати, в Lisp могу выбрать действие, что сделать в случае, если файл существует. Так работают лисповые исключения. Не обязательно прерывать выполнение программы. Можно просто выбрать какой-нибудь из вариантов, который предлагает система. Но это, конечно, в том случае, если разработчик системы предусмотрел какие-то варианты действий. Например, перезаписать файл. Бам. Бам. Да, мы все это перезапишем. Давай, перезапишем. Тут, конечно, классно еще предусмотреть, перезаписать все. Но надо в copy файл добавить. Давайте переменную. Копи файл. Где сигнатуры-то не вижу. Overwrite. Нет, пользоваться этим решительно нельзя. Давай посмотрим, что. Self. Под copy файл. А можно так. Propose нам выдает copy файл. О, в Lisp.org есть copy файл. Не обязательно брать его из Александрии. В стандарте нет copy файла. А в Lisp.org есть. Ну и отлично, значит, мы можем сделать так. Да. Посмотрим доку по нему. Documentation. Да, вот и нету. А как же контролировать, если он перезаписывается? Не знаю. Ну ладно, посмотрим, что будет. Запускаем сборку с Lisp.org-овским копи файлом. А, похоже, он просто перезаписывает. Да, посмотрим, что получилось. В директории docs не должно быть папки build. И должны быть все наши файлики. Вот они. Кстати, старый HTML, его просто удалим. А, так. Картинки есть. Индекс HTML есть. Теперь, значит, мы из документации можем на картинке ссылаться. Вот все, ради чего это делалось. Возьмем и вот здесь поправим путь просто на apropos.
таким вот образом. Надо будет потом какое-то системное решение придумать для того, чтобы копировать картинки в директорию, куда собираются доки. Так. Ладно, я поправил. Ctrl-C, Ctrl-C нажал. Да. Соберем доку. Собираем доку. И... А, теперь путь тут неправильный. Индексом. И бам! Картинка в доке. Супер! Теперь можно картиночки вставлять. Более того, теперь я эту документацию могу закоммитить и запушить. Прямо сейчас сделаем это. Ух ты, сколько тут уже поменялось. Мы это все дело закоммитим и запушим, чтобы GitHub Pages обновился. Делается это очень просто. Берем. Кстати, в Redmi тоже... Вот эта прелесть генератора документации в том, что он Redmi тоже обновляет. Вот, например, эта секция теперь появилась и в Redmi, и вот та же ссылка есть. Только вряд ли она там будет работать. Да, с картинками, конечно, надо что-то придумывать, потому что документация в папке Docs, картинка лежит в папке Docs, а в Redmi ссылка на картинку неправильная. Ее надо руками править вот так вот. Да, это надо доработать просто систему документации. Моя система документации основана на MGLPacks. И там для работы с картинками ничего не предусмотрено пока. Ладно. Modernizing Docs. Сделаем такой вот commit. Запушим его. Запушим. Откроем GitHub. Настройки. В настройках GitHub Pages. А, тут отдельный табик. Идем в Pages. Ну, тут уже настроено, что документацию надо брать из доксов. И она говорит, что документация мне доступна тут. Бам! Она уже обновилась. На сайте прямо все есть. И картинка есть. Все. То есть документация наша уже залилась на хостинг. Супер. Значит, можно другие разделы точно так же обработать. Но разделов тут еще много. Поэтому, наверное, сегодня я стрим закончу. И продолжим с этим завтра. Все, всем пока. Надеюсь, что этот стрим потом в записи тоже кто-нибудь посмотрит и увидит для себя, подметит что-нибудь полезное. До следующего раза.